Привет! Ты на канале Кайстриер, и мы продолжаем играть в Элатра. 19-е испытание. Жестокость. И получаем деньги в награду за победу над малым и большим блайндами. Количество слотов Джокера уменьшено до 3. Ограничений нет, колода стандартная. Погнали. Лаки король. Джокер из фольги. Спасибо, не надо. Так, а тройки это будет сколько? А, ну это 76 это будет, и все. Петитьки-то мять. Больше-то и не надо. Живем. Да, денег тут прям жуткий дефицит. А, ну тут же флеш есть. Почти. Изи-пизи, лемон сквизи. Не, не надо, эти бабы до добра не доведут. Ты прикалываешься, где трифовая карта-то? Еле-еле косарь набрали. Огрызок жалкий. Где Хермит? Простите. И трёшка. На какого хер он так дешево стоит-то? Клоун. Ну вообще, конечно, не самый лучший вариант. Это огрызок, 7-3 карты брать. Спектральный набор, ну давай. Слово большой блайнд. Ну давай посмотрим. Вообще на изи. Фиолетовая печать. Ничего так.
Уничтожает 5 карт, дает 20-ку. Как тебе такое, а? Я не помню, где четверки-то? Не хотя бы тузы. Играй 5 карт. Вот сука. Максимальная перестраховка. Как так-то? Не хочу. Давай что-нибудь нормальное. Хотя бы валетик. Давай шестерку. Давай шестерку, падла. Охренеть просто, как мало. Все из-за тебя, клоун. Жалко. Так, у меня шестерки-то еще есть. Две. Планета Хэй есть. Всего 16 тысяч. Маловато будет. Я хочу меньше карт, а не больше. Mm.
Нихера себе, вот это выбор, вот это я понимаю. Три тысячи всего? Да ты охерел просто, падла. В нормальном обществе за это бьют по лицу. Чаще всего ногами. Ну чё за фигня, прям полнейшая. Что-то не вкуриваю. Ты вкуриваешь? Ну, косарь-то не так просто набрать, когда у тебя выплаты такие с гупин хер. Да и так попробуем. Детку тоже возьмем. Перестраховался. Хоть фулл хаус второго уровня. Планета X. Планету X возьму, конечно. Где шестерка? Где шестерка, сука? Так, негатив Джокеру. Минус размер руки. Хорошая вещь. Хорошая, черт возьми, вещь. Тридцать пять косарей. Как тебе такое, а? Мило. Планета X. Тут какое собрать? Рука такая маленькая. Так, погоди, а шестерки-то у меня есть? У меня шестерок-то нет. Нахер мне тогда вот этот товарищ?
Да и вот этот тоже мудак редкостный. Со своим этим случайным множителем. Тут же множитель до скольки? До 25, что ли? 23? Вот я вижу 22, 23. Я даже 24 не вижу. Ну, 16 тысяч мы должны набирать. Ну ты заколебал ты гребаной карточкой. Параш какая-то. Ну за туза 30 фишка еще. Но вот этот мудил нахер мне нужен. Тоже это непонятная история. Пушки не играют. Как назло, у меня дохера пекушек. Блять, это прикол. Что-то не очень как-то. Прощайте. Блин, тебе Джокер нужен. Давайте вот. Бери. Выбирай. Флэш или полное говно? Что ты возьмешь? Кстати, надо было открывать, когда свободная ячейка, чтобы продать. Как так-то? Ну как так-то? Дополнительный сброс. Старшая карта. Какая, блядь, старшая карта. Дебилы кусок. Старшая карта. Две карты играбельные. Ну вряд ли там будет стеклянный туз. Мне стеклянные тузы нужны.
левая в правую превратится. Набор шута. Карты с лицом ослабляются. О, зашибись, они нахер не срались. Блин, я тоже ни денег, ни хера не заработаю. Так хоть... А, должно быть свободное место, конечно. Он же мне вообще ничего не предложит. Или как? Вот как это будет? У меня нет места. Мне что-то предложат или прям... Не помню, честно говоря. Кстати, от этого, наверное, можно отказаться. Множитель у меня такой, блядь, хуёвый. Давайте рискнем. Каре, двадцатка. Да уж. Пять. У меня, видишь, бубновых тузов нет. Не, так хер соберешь. Валетик не играет. Пыленько. Тридцать три очка, охереть просто. Ну каких у меня по мессу-то меньше всего? И как-то червушка. А, ну червушка у меня не... То есть пика или трефа, а их одинаково. Тысяч. Ну, вроде так ничего. Играбельно. Вполне таки. Переброс босс блайнда. Не хочу. Шляпа, шляпа. И не пить. Похер на что. Мне вот это говно не нравится. Утырок какой-то. О, вот это нормальная тема. Вот, вот оно что, мне надо-то. Вот оно что.
Да пошел отсюда нахер. Так, а что лучше мне? Вот тебе бы на множитель 2 хотя бы, пару, и все, и прошли. Босс блайнда за день. Играйте только одну руку. 5 одного вида на 3 уровня. Давай. Ну, кто бы, блядь, сомневался. Даже 100 тысяч нет. Как так-то? А, ну нет, я понял, что. Глянная карта, блять, как же херово, что тут нет ни одного туза, сука. Прикинь, вот столько тузов, вот давай посчитаем с тобой, сколько их. 4 плюс 2 это сколько? Это 6. Еще 3. Ну, короче, вот здесь же за нас посчитали 10. Блять, и ни одного не дал. Сука, я бы сделал стеклянным и все, и уже. Как нехер делать. Справился. Можно короля попробовать сделать стеклянным. Блять, я подумал попробовать улучшить. Это, конечно, что-то мудянка. Просто удалить тогда нахер. Шляпу шляпно. Играть только одну руку. Ну, неплохо. Ну, это ясен хер, что хватит. А следующий. Одна карта принудительно убирается всегда. Но это не так страшно. Ну и не, конечно, очень приятно. Зачем тогда я брал эту двойку? Видишь, без нормального множителя мало набирается.
Мне нужен стеклянный туз, блять, один стеклянный туз. Счастливый туз. Пусть хоть счастливый. Давайте каре возьмем. Каре 4. Ну мало ли. Не факт, что с колокольчиком-то мы. Так, ну 75 тысяч карета, это нихера не... Да, блядь, нихера себе. 5 одного вида и каре, псы, какая разница. Тут ёбнешься просто. Чё-то сыкотно как-то. Ну, не было. Ни хера. Просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. До встречи.